Идея проведения фестиваля этнографичных традиций Кличполесья належит администрации Национального парка Припяти. Инициатива нашла отклик, причем не только у органов улады. Когда удельниками первого фестиваля у 2010-м были около 6 тысяч человек, то у 2014-м утроя больше. По великим рахунку фестиваль у Лясковичах – это не только свидетельство великой поваги до традиционной культуры белорусов, але и имкнение заховать спадщину Полесья во всей ее некранутости и шматгранности. Впервые пройдет такой конкурс-фестиваль «Перезвон талантов». Наши маленькие юные ремесленники покажут свои, как говорится, изделия. Также прикладное творчество будет. Ну, цель такая – сохранение народных промыслов, традиций. У программу сёлетнего фестивалю увогуле унесли значные коррективы. Как и попередний, он застанется международным. Свой удел подтвердили уже коллективы из России, Украины, Польши и Молдовы, але будет больше тематичным. У год культуры больше уваги меркуется надать менавіта популяризации традиций и культуры полешуков. Будет предложена одна большая полесская деревня. В этой полесской деревне будет несколько названий улиц. И каждая улица будет носить какое-то определенное название. Обряд, праздник, то есть, например, улица Кирмашная, улица Спасская, Ледожинная, Хрезьбинная, Весельная. Все эти подворья имеют свою концепцию. Сегодня у агрогородку Лясковича постоянно проживают около 800 человек. По час фестивалю колькость удельников перевысить колькость местного населения больше как 20 разов. Организаторы до такой массовости готовы. У речи одна из задач фестивалю – развитие туризма. Але не утоивают, как не было соромно, необходимо провести значную подрыхтовчую работу. На территории постоянно проводятся работы по благоустройству, работаем с населением. Ну а в этот момент особенный, мы должны с каждым встретиться. И принято такое решение, чтобы, как и любая хозяйка ждет гостей, мы должны навести порядок в каждом подворье. Наши люди к этому, я думаю, всегда готовы. Бодай самый неприемный сюрприз организаторам фестиваля Кличполесья принесла на дворе. Вельми протяглая спякота привела до того, что уровень воды у Лясковском канале значно снизился, что поставило под погрозу идею об организации экскурсий на парусниках. У остатним никаких проблем тут не бачить. Запрошение на свято накировано, место для подборков вызначено, и навод почались некоторые работы по установке побудов. Четвертый международный фестиваль этнокультурных традиций Кличполесья обещает быть интересным и познавальным. Таким чином, 24 вересня агрогородок Лясковича знову стане центром полесской культуры. Чекается, что удельниками свята будут не меньше 20 тысяч человек. У этот день старый бабулин куфр, який уже привезены на территорию одного из будущих подворков, у речи открыет все свои тайны. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район.